так это неловко. Парни, попрощайтесь, пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Потому что ты захулиганил, забаловался и прыганул. Ну и весело же, да? Терпи, значит. Наталья Юрьевна, справку же помнишь? Домой, да время еще рано. Или ты собрался уже? Собрался. Пить? Только впервые. Давайте перерыв попить и умыться в туалет. Сейчас немножко на расслабончике. Как? Это кофе. Я тебе могу только стаканчик дать, чтобы мама налила сюда. Это пустой. Это пустой стакан. Серафим! Когда уходишь, говори мне, что ты уходишь. Что? Да, ну ты, я сказал, но любой, кто уходит, говорит мне, Сергей Геннадьевич, я выхожу. Да, чтобы я понял, молодец. О, сделал. Чё, Дамир? Ну и молодец. Ты сегодня до скольки? До 8, до 9. Батя, во сколько? 8 подъедет? Сейчас сколько? 19:08. Лука. Да, я тогда до 20. Ты за братом пойдешь? Нет, а зачем? Нет. Может быть, не надо, да? Ты его сейчас не найдешь и заблудишься. Иди сюда. Лука. Лука, пойдем лучше сюда, к нам. Пойдем к нам, конечно. Так, что, скажи, Наталья, как думаю, какой абонемент будете брать? Подумали? Ну, наверное, 18 3000, да? Я ему сказал, смотри, какая штука. Так как, что, Лука, ребенок еще, прям даже 5 нет. Просто ты, как родитель, с ребенком приходишь с ним, абонемент один на Серафима. Ну, возможность хотим дать, чтобы посмотрели получше, что это. А уже потом, когда, если понравится заниматься, он постарше станет, может быть, ему понравится заниматься, уже потом это решим. Плюс также приходите спокойно, занятия, помощь, не сгорают. Если есть какие-то социальные, любые, вот, например, Сергей Юрьевич сказал, ну, там, у него брат сейчас на... командировки своего, там, родители, пенсионеры. Можешь подумать, что-то... пожалуйста, там аккуратней с водой, Лука. Просто сама подумай, повспоминай ближайшие родственники. Родители, братья, сестры, нет? Нет, ну, слава конечно. Богу, что нет, а с другой стороны стараемся, возможно, найти, чтобы помочь. Да, там водичкой, пожалуйста, там водичкой не лей, чтобы ребята в мокроте не были, ладно? Потому что несколько раз мы приходили, после приматов мокрые пятна были. Очень странно. То ли воду проливали, то ли из себя что-то выливали. От страха, может быть. Бывает всякое. Да хорош, парни, вы-то что? Что, содрал руку? Да. Покажи Наталье Юрьевне, чтобы она знала. Серафим, вот на будущее смотри на руку, на Егору. Егор будет сейчас ходить, ему руку показывать. Вот что творит магнезия, она отрывает кожу. Ну, у меня все нормально. Молодец, ну просто как Егор намазюкался там. И какой... А ты на каком элементе, Егорыч, сорвался? 360. 360, гантель, ой, гирю, ой, блин, все, перебрал. Штангу, парни, штангу. Штангу и матрасы, мат маленький тогда хотя бы уберите. Дамир, поможешь? Серафим, тебе маленький турник не нужен? Нет. Тогда помоги парням и Дамирчику матики убрать. Высокий, Дамир, тебе высокий нужен турник? Матрасы высокие оставляй. Звони, звони, да. Егор, ты можешь с рукой поврежденной эти блины навешать? Диман, помоги, пожалуйста, Серафиму матрасу убрать. Уберешь, ты сможешь сам правильно сделать? Тебе точно турник не нужен? Точно, молодец. Я понял. Лука, Лука, не ходи туда, Лука.
Да? Это видел. Но ты же будешь приходить? Ну, я буду по возможности. Я, у меня цель была Серафим. Ну, все, класс. Серафим, братан, положил маты? Если у нас папа еще присоединится. Вообще отлично, да, вообще отлично. Во-первых, экономия какая, если рассматривать гимнастические спортивные движения, что не надо отдельно на батю, на матку там заниматься. В одном месте можно все. Экономия времени, экономия средств. Плюс нам что нравится, мы хотим сделать, чтобы именно было единение. Передача именно вот этих вот знаний от родных, ну, от родных к родным. Преемственность поколений, понимание дисциплины, как себя надо вести, как, ну, как культурно общаться. Мне вот это вот, я вот это искала. Мне отлично. Не из-за этого сила, а вот это самодавская обстановка, парни. Ну, то есть я... Ребята вежливые, культурные. Да. Но не всегда все такими были. Иногда здесь это такие... Это, но она все равно мужская. Яркие, яркие были, да. До драк доходило. То есть я без приколов, до драк доходило. Здесь как бы вхлестались жестко. Приезжали с разных районов, с разных... с нашей области, с разных районов области... Саратовчане модные приезжали, сюда относились как гетто в Энгельсе. Да что у вас здесь гетто? Чуть ли не нигерское гетто. То есть здесь такие, здесь ботинками кидались вообще. Ну и раньше обстановка была по-другому. Мне приходилось залезать на стол, вон там стол стоял. Мне вот так приходилось залезать на стол. Блять, хорош! Вы что делаете? То есть здесь толпа, ва-бам, с кулаками друг. Ну наезжали в основном все на приматов. Вот тот клуб приматов, в основном все на них этот бузили. Потому что там, ну, они очень... грязные, так вот, ну, от нас такое, знаешь, как бы это, в обуви здесь могли ходить. То есть, ну, коммерция, да, это сразу отличается, кто коммерцией, да, занимается. Да. Все, всего доброго, до свидания. До свидания. С Евгением Николаевичем попрощайтесь там, пожалуйста. А что это на тебя? А что, на что похоже, что за рисунок? Волк. Волк, молодец, как ты угадал, да? На волка похоже? Волк, да. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. На самом деле, не так? Не? Какой он, смотри, да, волк. Я там не вижу просто сейчас, у него глаза красненькие, или уже нет, уже не стали красные. У него раньше глаза светились таким даже не конечно, не красным, а рыжим таким огненным цветом. Язык красный был. И такой он это, оскал. Че, Серафим, братишка, расскажи, как ощущения. Бицуху поднапряги. Ну-ка, давай, вот так. Опа, к мамке подойди. Ну да, нормально, к мамке подойди. Она тонкая была раньше. Тонкая, а все, сейчас накачал, да? За один тренировок. Смотри, что. Да уже мы прям окреп. Все? Ну смотри, скоро вообще вещи разлетаться будут. На самом деле, тебе надо выдержать. Здесь прежде всего трудно будет не физически, а трудно выдержать дисциплинарно. Вот эти вот высказывания вот этого волосатого, усатого, бородатого какого-то дядьки. Ходит он здесь, командует, да? Высказывания ребят, которые что-то могут, а у меня не всегда получается. А они могут здесь модничают, наверное, выпендриваются. Потерпи. Да, тут сейчас морально главное будет. Я тебе обещаю, результат будет очень хороший. Ребята за лето, мы приходили и остались заниматься, кто-то ушел, потому что они переросли это. Кто-то травмировался на улице, здесь обрели способности всякие, раскрыли, а потом на улице начали делать, и как, например, Дамир неаккуратно ногой споткнулся, так ребята неаккуратно ломали ноги. И ломали жестко. Ну, чтоб понимание было. С открытыми ломами. Об турники. Вращение. Ну, прикинь, что сильнее, железо или кость, или тело? Силу почувствовали, да. Да? Вращение, ногами вращение, падение, неправильная застилка, начиная от неправильной застилки матов, начиная даже проще, без разогрева, на турничке. Хоп, сейчас я покажу, я вот научился там в зале, да, и все, показывает. И голову разбивали, расшибали, и всякое. И здесь переутомлялись. Что, короче, подраться он, да, тебя, Дамирчик, тянет? Да. Ну давай, без перчаток и больше не драка, без да? Перчаток, тихо. Братан, погоди. Давай, без перчаток, но вы сделаете... Ты айкидо занимался? Стой. И Дамир тоже айкидо занимался. Погоди. А вот давайте покажите нам с Натальей Юрьевной лучше не такую драку, как больше борьбу. Покажите. Вот давай сначала вы чуть-чуть разборитесь, не грызи пальцы. Больше разборитесь,
А потом, если вы мне понравится то, что я увижу, вам можно будет на перчатках подраться. Не грызи пальцы, пожалуйста, Лука. Всякая грязюлька может быть, а ты раз так пальцами эту грязюльку зацепишь. Давай сейчас мальчишки будут. Че, парни, давай смотрим. Че вы айкидо нам? Покажите айкидоки, руки пожмите. Как? Вы просто поборитесь. Просто поборитесь, поборитесь. Ага, вот так он, да, как этот, как сеньор помидор. Тихо, тихо, тихо. Ну, и, а вы включите в динамик, как будто в действии все. Давайте, поехали. Футболки не рвать, шорты не рвать, волосы не рвать, не кусаться пальцами, глаза не... Да вы просто как будто... Я имел в виду, знаешь что, Дамир? Серафим, иди сюда. Я имел в виду такое действие. Я не буду, иди сюда, хороший. Серафим. Ты что, если ты доверяешь мне на турнике, там, ты думаешь, я что-то плохое сделаю. То есть вы берете и начинаете, да, как бы борьбу делать. Подгружать, смотреть, опа. Например, вот он, я как-то приемчик паял. Теперь он пробует делать. Подзацепи, какой-нибудь приемчик делает. Какой-нибудь, оп, ага. Опа, вот так. Тихо, сам ты не заваливайся, сам не падай. Например, оп, 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 приемчик провел. То есть такого действия, поехали. Задача один другого, чтобы привалил. Понеслась, руки пожмите друг другу, чтобы без злых намерений. Все, понеслась, парни. Все, давай, 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 давай. Мы хотим шоу, мы хотим кино про Стивена Сигала посмотреть, ага. Так, Серафим, ну думай, что, Дамир, давай, думай, что делать, приемчик. Как, что делать, кувырочек сделать, вниз присядь, кувырок сделает. Иначе Дамир тебя кувыркнет. А как вы драться хотели? Слишком лихо. Не-не-не, ногами бить не надо, побороться надо сейчас. Понеслась. Забороть надо друг друга, приземлить. Не бить, Серафим, не бить. Ну, хват, покажите свой хват железобетонный. Ну, за шею хватай. Конечно, за шею, за руки. Да, 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 давай. Обнимай, обнимай. Давай. Тихо, за майки не надо, парни. Подсказка, смотрите, Дамир. Смотрите, на Дамире подсказку. Вот вы делаете, да? Оп. Че? Это не из-за спида. Ну, я вам просто скажу, как два айкидоки. Просто показать. Иди сюда, Серафим. Подсказка еще одна. То есть вот вы стоите, вы ищете, да? Вот я руку прицепил его. Я руку прицепил. Вот он держит, шоркает. Хоп. Положил. Чих, придавил. Да, убить не надо. То есть попробуйте. Момент. Давайте, поделайте. Давайте, аккуратно. Да, 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 можно через ножку. Да, все правильно. Не бить. Силой. Силой надо и ловкостью. Не бить. Так, молодец. Не убегайте. Ой, простите, пожалуйста, не убегайте далеко. Так. Дамир, ножку заводи вперед и чуть на... О, тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Давай, 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 перевали на него сверху, переходи. Лопатками прижал, молодец. Вставай, Серафим, вставай. Вставай, молодец. Он, ты его хорошо прием сделал, но ты сам прокрутился, тебя Дамир сам и прокрутил. Тихо, тихо. Да не, зачем? Вы еще даже ничего нам не показали. Мы с Натальей Юрьевной хотели увидеть Стивена Сигала практически в вашем исполнении. Давай. Толкай меня, такой, смотри, да, хитрец, толкай смотри, меня. Смотри, вот мы типа. Так. Подожди же. Смотри. Да погоди ты, да. Вот ты вот так толкаешь. А если он по-другому хочет толкнуть? Ну, допустим, это так. Так. Потолкай, ага. Только там со всей силы дергаешь, и он там улетает. Ну, а если он не улетит? Ну, как тебе? Только сильно, сильно толкай. Ну, вот он, ну, вот, допустим. Ну, ну доведи действие. Сделай. Доведи действие, конечно. Ты его за руку перехвати, ты думаешь, это поддавки, и ты сейчас нам рассказываешь про поддавки, и там толкни, улети. А если он тебя хочет не толкнуть, а прихватить? Так, не, бить не надо. Вот, да, Дамир, давай, через бедро. Через бедро, Дамирчик, через бедро. Аккуратно, переводи. Серафим, ты его прицепи. Не душить, сильно не душить, надо положить на спину, на лопатки надо положить. Один другого переверни лопатки. Аккуратно, не души, Серафим, не души. Не души, под грудь его держи, давай, на лопатки, на лопатки, на лопатки, один другого. Тихо, тихо, тихо. Ты губой ударился, что ли? Дамир? Он мне голову чуть не пробил. Чем? А вы хотите драться, парни? Вы что, вы даже не можете с друг другом совладать, ну хорош. Сейчас еще раз, стоп, смотрите, парни, секундочку, секундочку. Дамир,
Так, смотри, в чем задача. Вам надо цепку, вязку нам борьбу показать. Вот вы взялись. Пам-пам-пам. Там смотришь. Так, и ты делай действие. Такое, допустим, раз, раз. Допустим, вот делай действие, делай за шаг. Да. Оп. Нормально, да, смотри, какой приемчик. Тут же я, смотри, вывожу руку, упор, 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 ногой, опа, фиксация есть, нормалек, и выпьешь сюда. То есть цепку, вязку, такую борьбу, иди сюда. То есть получается, давай, прихватывай, какое-то действие делаешь. Вот я вам сейчас показал айкидо, на его прием, я по его противодействию. Давай, какое-то действие делаешь. Раз, допустим, делаешь, вот что ты со мной будешь делать? Оп, 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 оп. Ногой прием, действие. Да, понимаешь, прижал. Вот мы что от вас хотим увидеть. Не хотим от вас, чтобы вы дрались там или пинали друг друга. Красоту покажите, обкаточку, обкаточку покажите. Ну, давай, 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 давай. И убежал, да, раз и убежал. Маманя, там кто-то хулиганит. Что, вы на толчках? Ну, хорошо. Нет, тоже такие есть игрища, стенка на стенку, там грудью толкаются, кто кого грудью пробьет. Представляете, два человека грудью толкаются. Да, 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 только голову надо назад сделать, грудью прошибить. Да, вот так, да, Дамир, да, все правильно. С подлету, да, да, есть такая тема. Аккуратно. Дамир, заступ делай и давай, заступ, заступ, заступ. Крути сам, и прихватил его, прихватил, молодец, докрутил. Прижал локотком. Тихо, так нельзя душить, Серафим. И коленочкой на него привстал, Дамир. Да, коленочкой привстал на него. Все, фиксация пошла. Серафим, вставай. Ну, насколько так мы должны драться? Да. Нет, вы подраться, вы смотрите, вот сейчас вы поборолись. А теперь, хорошо, на перчатках вы сейчас будете делать, бить в лицо. Я просто... Тихо. Я помню, как в тот раз... когда мне говорили, что не будут, а все-таки попадали друг другу в лицо. Сейчас вы попробуйте, я сейчас перчатки достану, но сейчас вы проведите 5 минут без перчаток, а как называется, салочкой, пальчиками, вот так, Дамир. То есть вы встаете, не, иди сюда, иди сюда. Салочка, это значит вот такая вот игра, как салочка, вот так, салить, салить, это значит как бы засалить, мазь там называется. Нет, вам надо делать, ну как вы деретесь в перчатках? Смотрите, какая штука, как перчатки дерется, так только пальчиками. Оп, то есть пам-пам-пам, как вы будете пам-пам, пам-пам-пам. То есть так же вы делаете друг другу. То есть покажите нам, да, покажите. В лицо не бить, посмотрим, как вы пробоксируете. Поехали, 5 минут. 5 минут, как вы будете делать? Ну, подвигайтесь, конечно. Сбивки делаете, блокируйтесь, конечно. Это вы подготавливаетесь к основному действию. Давай, 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 давай. Пальчиками прям надо, пальчиками. Давай, 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 давай. У вас сейчас как бы кулачный, у вас даже не кулачный бой, а бой на ладошках. Бой на ладошках, да. В лицо не, вы обещали, в лицо не лезть. Вы же пообещали. Че, Лука, интересно? Ты можешь с мамой в ладушки сыграть. Ты ладушки, когда натренируешься, Дамир, аккуратно сзади. Я буду в перчатках. В перчатках? Ну, понял. Ладушки очень крутая игра. Давай, 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 да. Да, 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 давай, давай. Нет, нет, Серафим, не отдыхать. Нет, не отдыхать. У вас бой идет, схватка. Это тоже бой. Дамир, отходи, вытягивай его на большую площадку. Двигаться, парни, двигаться, двигаться, двигаться. Дамир, аккуратнее сзади. Серафим, двигаться, братан, смещайся. Дамирчик, смещайся. В разных углах, угла, режь углы. Вот так, наискосок смещайся. Нет, вот эта рука. Серафим, тоже смещайтесь наискосок, по кругу двигайтесь. В лицо не бить. Только быстрее надо делать. О, молодец. Че, в глаз врезался? Ага. Да? В кулак глаз врезался? Да нет, молодец. Сам пальцем? Нет, он. Дамир, руку пожми, руку пожми. Нормалек, все, поехали дальше. Молодец. Не, обижаться, злиться не надо, вы же не специально. Нет, не балуйся, давай. Ладушки. А сейчас, если вы чувствуете, у вас уровень покруче стал, да, можно пробивать в корпус друг друга, пробивать. Если вы чувствуете... Тихо, 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 тихо.
пробил, да? Стоп, 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 Серафим, не атакуйся, видишь, что вот эти за предел вышли. Давайте, одна секунда. Погоди, да. Одна минута отдыха, вот сейчас, пожалуйста, я сейчас готов доставать перчатки. Вы должны пробить на голых кулаках по корпусу, а я пока достаю перчатки. 5 минут. Да, пробивать вы будете. Не, вы в драке, не просто так, а в драке вы сейчас делаете. 5 минут, как вы на пальчиках, на ладошках. Так же голым кулаком. Как у вас драка идет? Так, в голову не бить, ясно? Да, смотри. Поехали. Поклонились, поприветствовали друг друга. Понеслась. А прям со всей силой? Ну как вы будете на перчатках? Так же голым кулаком. Дамир, давай, братан, а что ты как хотел? Серафим, не забивай, Серафим. Стоп, я ж сказал. Сейчас отжиматься будем. Серафим, на меня посмотри. Я сказал, на меня посмотри. Если вы уходите с пола, не зашибай, не задавливай, остановись. Что ты в эту сторону задавливал, когда он сюда... Что ты улыбаешься? Смешно я рассказываю, что ли? А? Что улыбишься? Не, в смысле, ты что чухаешься, стоишь? Встань ровно. Ты с кем разговариваешь? А? Встань ровно. Ты с кем разговариваешь, братан? Ты что улыбаешься? Я что, смешное говорю? Мозг работает. В смысле мозг работает? Ты не чухайся, встань ровно. Я тебе еще раз объясняю. Я сказал, первый раз я тебе объяснил. Ты давишь Дамира в сторону на свою маму и своего брата. Это опасность для твоей семьи. Ты над этим ухмыляешься, что ли? А? Ты давишь Дамира потом туда. Я сказал, не уходи с площадки. Ты это давишь, я тебя позвал, ты меня не слышишь. Стоишь, кривишься, чешешься. У тебя что случилось с тобой? А? Ты встань ровненько, ты что скривенький такой? Братан, встань, выровняйся. Ну шейку выровни, ты что скривленный? Мам, стоит криво, ты что? Не, а что я смешного-то говорю? Что смешного говорю? Скажи мне, пожалуйста, что смешного? Как? Чего? Ну а что ты смеешься? Это такая защитная реакция, успокойся, все. Защитная реакция бывает, успокойся. Видишь, как легко довести от смеха до плача, да, человека? Я это могу. А тебе надо собраться, жизнь предстоит для мужчины. Очень трудное испытание, поэтому слушай меня, как старшего брата. Слушай матушку, тем более маму, батю. Здесь старше и авторитетнее, и круче меня никого нет. Даже если твои родители находятся, ты будешь слушать меня. Он слушает меня, даже она, твоя мама, слушает меня. Я ни в коем случае не претендую на роль вожака. Нет, я здесь воспитатель. Понимаешь слово воспитатель? Понимаешь? Я не учитель. Я не хочу тебя учить чему-то. Нет, тебя матушка научит, тебя учителя в школе научат. Я лишь воспитываю здесь, воспитываю в тебе целеустремленность, честность, правильность. Да? Ты думаешь, по отношению к Дамиру честно, когда я тебя прошу, Серафим, стой! А ты его туда давишь на бетон. А вдруг он там споткнется, ударится и упадет головой или рукой об бетон. Ну как ты думаешь, это по отношению к нему честно будет? Но зато ты покажешь свою силу, что ты его забил. И лишишься, получается, друга. Ну, потому что на бетоне он упал. Это очень легко сделать. Или когда с братишком маленьким ты его там хочешь как-нибудь, знаешь, пнуть. Ну, для тебя это нормально, да, для тебя это не сильно. Просто ты как бы наотмашь. Он маленький братишка, что он там путается под ногами, лезет. А на самом деле-то ты можешь реально брата лишиться. Это очень опасно. Иди сюда, все, не переживай, дай пятюню, все, успокойся. Все, что такое, дай пятюню, все, успокойся. Конечно, а кто тебе еще выскажет? Кто? Батя высказывает, ты ему не веришь. Матушка высказывает, все, успокойся, ты не веришь. Вот старшему брату, да, Сергею Геннадьевичу, веришь? Посмотри мне в глаза, пожалуйста, в доброе. Да, все нормально, все, успокойся. Я, и серьезно говорю, я умею и до радости довести, и до слез, потому что меня так воспитывали. Я всю жизнь, я сам потомственный... Казак, я всю жизнь связан с двумя направлениями жизнедеятельности. Это война, защита Родины, армия, служба. И с другой стороны, это, как попроще, хулиганы. То есть я одновременно проживал несколько жизней. С одной стороны, я учился, меня учили защищать Родину, меня учили ответственность. А с другой стороны, я очень много находился на улице. Я когда рассказываю про хулиганов, я когда рассказываю, как напрягать, это не просто я книжек или кино насмотрелся. Поверь, можно добыть с помощью своего интеллекта любую вещь.
Даже не надо применять сил. Можно сказать несколько предложений, человек сам принесет, что тебе надо. Это я про то, что, чтобы ты готов был. Если ты не умеешь физически оставить, если ты не умеешь интеллектуально оставить, если ты показываешь слабость, переживание, если ты не знаешь, как заступиться за брата и за маму, это значит, что против тебя могут какая-то возникнуть неприятность. Поэтому соберись, относись уважительно, пожалуйста, к друг другу. Все, сейчас как я вам перчатки доверю? Сейчас ты со злобы будешь Дамирчика пинать, и он тебя со злобы будет пинать. Давай, высморкайся, братан. Дай ему носовой платочек. Все, успокойся. И не злись, понял? Высморкайся, давай, высморкайся. Давай, все, успокойся, умойся. Я знаю, сколько раз видел, как ребята старшие маленьких братьев своих шпиняют. Это не очень красиво. Все, успокойся и давай, умывайся и бегом сюда. Так надо. Нормально. Ну, очень мне крайне неприятно, когда я вижу, когда кто-то кого-то щемить начинает. Например, там чувствует силу, да, свою, и начинает кого-то потому что там... Потому меня не слышит, на самом деле, отца не слышит, и когда со стороны говорят, главное, чтобы вот он не сломался, чтобы он... А здесь ваша задача сказать «надо, сынок». Например, многие дети, сначала родители рассказывают, да, сначала им нравится, но ситуация с дисциплиной, вот здесь, потом говорит, я не хочу ходить. Родитель говорит «надо», это единственное место, куда я понимаю, что надо ходить. Не остальные. Не будешь ходить, значит, не будет играть, телефонов, милифонов, гуляния. Все перетерпливают, зубы стискивают. Он прям вчера говорит, можно я в четверг пойду? Я говорю, нет, Серафим, давай маленько отдохнем, вот уйдем. Ну и все. Главное, будет. У него гордыня такая. Есть, ну, в этот. Лев, поэтому... Есть, да, есть. Да. Имя само по себе еще, да? Да. Знаешь, какая штука. Но это опять, вы наградили... тем, через что ему надо пройти. А когда родитель объясняет, вроде бы на одном языке разговариваем, на русском языке, да, вот родители с детьми. Я же тоже это проходил все, что будучи сам сыном и младшим братом, что будучи сам родитель, я уже дед. У меня у старшего сына уже сын, представляешь, родился, я уже дед. А, просто такой момент есть. Пока это не пережить 10 раз, не пересмотреть на себе, не испытать, это все непонятно. Непонятно ни как кому причиняется страдание, ни как кому радость можно подарить. Надо, он сильный, и если у него вот не будет, я даже его в матрицу делала, то есть если он не почувствует, что он должен быть на стороне света, помогать, защищать, он может по головам идти. Поволокет, да. Аккуратнее, Лука, аккуратнее, ладно? Нравственное воспитание на первом месте. Здесь как раз это и есть. Да. Лука, аккуратнее. Если что, маму позови, ладно? Или меня позови. Не упади. Лады? Держись хорошо. Ну, он там просто задумался. Типа, что делать? Да, сальто сделать? Или фляг? Не вздумай, я шучу, не вздумай. Дамир, постой еще рядышком. Постой они с ним вот рядышком. Серафим, он осторожничал в таком возрасте. Он сто раз там прощупает обстановку, только потом сделает шаг. А этот сорви голова, этот несется куда, ему вообще по барабану, что он там потеряется, что он там что-то куда-то попадает. Оно так часто бывает, крайне противоположно. Но не зря она души потеряется в эти тела. Что, во-первых, это воспитать родителей. Ребенок это воспитывает родителей. Родители воспитывают ребенка. Два брата, либо сестры, либо брат-сестра друг друга воспитывают. Это вечный круговорот. Одно и то же, например, одно и то же сознание общее, но разделенное, например, по роду среди бабушек, дедушек, прабабушек, там, внукам, оно может преподносить и такие варианты, только лишь по той причине, чтобы мы максимально быстро ощутили все вот эти вот, что такое хорошо и плохо. В принципе, конечно, кто-то скажет, ну, как так делить мир, вот этот двойственность, дуальность, хорошо и плохо, нет такого. Для одного, для кого-то хорошо убивать и воровать, для другого это неприемлемо. Все правильно, в зависимости от ситуации. Да, лев там съест кого-то, кто-то этот будет грустить, кто-то и льва может съесть. Вчера говорили, да, лев может убить своего ребенка в стае, чтобы никто на его место не занял. И он будет это делать до тех пор, пока не найдется сильнее него. Но не значит, что мы должны уподобляться этому. Но понять,
как это происходит и что это, вот мы должны. Поэтому человек отличается как, тоже как живое существо в человеческой форме. Вот мы отличаемся во многом от других живых существ, например, не очень человеческих, от тех же там приматов там, или улиток, или еще от кого-нибудь. Хотя есть, подискутируют, поспорят, скажут, что намного безобиднее улитки и микробы, чем люди. Ну, может быть. Вот, а мне как-то приятнее жить в этом теле, чем в теле микроба. Я не помню просто, как я был микробом и когда это было. Вот, здесь как-то поинтереснее. Мне здесь нравится, что у тебя здесь есть пикнуть и пряник. Ну да, это самовоспитание, это по-дедовски. То есть мы даже когда с тренировки, если обратила сегодня внимание на подход к тренировочному процессу, дается упражнение. В этом упражнении есть две категории. Крайняя и верхняя, когда максимально четко, красиво, самое трудное. И другая категория, когда просто. Вот мы сначала показываем, каково это, когда трудно, потом сразу прыг, опускаемся на первый уровень и пошли. То есть все должно в сравнении познаваться. Опять, позволить кому-то беспределить или что-то, какие-то вещи делать. Чисто по-человечески я не могу. Хотя вот рассказывал, да, этот Демьян, про как тренировка с этими, с приматами, меня, может, слышал, нет? А что, говорит, приходит и это, начинает там, хочешь то делай, хочешь это делай, а он будет сидеть тренер за столом или на диване, ну зачем это? Если мы занимались коммерцией, может быть, вы бабки платите, а я тут сижу, неважно. Но так как это... Я не могу этого позволить. Поэтому кто-то высказывал, да что ты в спецназ готовишь, что ли, Серег? Ты в спецназ готовишь. Ну что, парни, кулачные бои, Серафим, хочешь мне отомстить? Нет. Пойдем, побьешься со мной. Не хочу. Пойдем. Нет. Вдвоем с Дамирчиком будете меня бить? Да. Одолеете? Дамир, ты готов? Нет. Ну идите, попробуйте. Я вам могу... Хотите бой на щелбанах устроим? Нет. Чисто щелбанами отщелкаю сейчас. Нет. Не, я не буду по голове бить. Я щелбаны вам просто по груди. Можно перчатки доставать? Хочу. Серафим, Дамир, вы обещаете? Вы обещаете, что вы не будете делать лишних движений? Обещаете, да. Серафим? Даже он обещает. Братух, обещаешь? Перчатки. Тебе тоже перчатки? Да. Сейчас я тебе дам самые крутые перчатки. Крутые? Да, самые крутые. У них нет таких. И у меня тоже таких. Я сейчас тебе дам, у меня таких не будет. Сейчас, погоди, держи, ой, держи вот это. Дамир, выбрось, пожалуйста, коробок, брось, куда знаешь, да? О? Это нельзя. Нельзя? Это не перчатки, да, это какие-то, вот, на, маме дай стихи, пусть мама стихи почитает. А сейчас, погоди, это не перчатки, это безопасные плетки, ими крутить. Сейчас, Дамир, погоди, они на втором этаже. Сейчас, Дамир, погоди. А для чего они? Шлем. Чтобы не... Шлема? Вот это, обожаю вот это стихотворение. Молодец. Знаешь, да? Перчатки. Во, да, держи, одевай. Мама поможет сейчас. Это все один и тот же if. Один и тот же стих Киплинга, только здесь десяток переводов. 10 разных переводов. Если ты читал их, то, может быть, еще раз познакомишься. Шлема, что же? Ты что, Дамир, забыл? Шлема, чтобы голову не пробить. Что, забыл для чего шлема? Вы будете одевать? Да. Чтобы голову не пробить. Серафим, выбирай, какой тебе, синий или красный. Красный. Да, у меня здесь перчатки. Вообще, как так что? Может, вам убери варежки не нужны, вот чисто шлема оденете? Нет. А зачем вам варежки? А? Я стала серьезными. Каску? Да. Сейчас они оденут. Друг другу помогите застегнуть. Парни, друг другу помогите, пожалуйста. У меня такие перчатки новые. Так, но при всем при этом, в голову, если будете бить, я вас прошу, аккуратнее, пожалуйста. Можно прям тряхануть. Балдинку. Стоп, Дамир, стоп. Стоп, нет. Серафим, ну попросил, помоги, пожалуйста. Там вот эта вот штука в шее. Да, она должна... Стоп, стоп. Вот так подбородок. Не на шее, вот это подбородок. Вот это под... Стоп, иди сюда.
Это подбородок. У тебя должна быть челюсть закрыта. Прижми, чтобы не сломалась челюсть. Все, прижал, шею напряги. Нормалек, должно быть все. Четко, туго. Сергей, я конечно. Так, это подбородок спрятал. Молодец. Шею напрягай. Молодец.